начала этого года на дорогах города под колесами машин погибли 11 пешеходов, 250 получили травмы. При этом большинство пострадавших были сбиты на пешеходных переходах. Чтобы предупредить такие аварии, сотрудники кировской полиции ведут скрытый контроль. Из машин без опознавательных знаков следят за теми, кто не пропускает пешеходов. За работой инспекторов под прикрытием наблюдал Дмитрий Житарчук. Один из пешеходных переходов на Октябрьском проспекте в районе цирка. На первый взгляд, поблизости ни одного сотрудника ГИБДД, либо патрульной машины. Однако контроль за перекрестком в данное время ведется с помощью вот такой системы видеонаблюдения – визир. Установлена она в одной из неприметных легковых машин по соседству. Машина патрульная, но без опознавательных знаков. Не пропустил водитель пешехода на переходе. Устройство автомобиля инспектора под прикрытием. Нарушение зафиксирует. При возникновении каких-то вопросов у нарушителя можно показать видеозапись покадрово, пошагово. Напоминаем водителям, что скрытый контроль сотрудниками ГИБДД проводится. Имеют на это полное право сотрудники в машине служебной без цитографической окраски. Фото-видеофиксация установлена. И в дальнейшем, если выявлен факт нарушения правил дорожного движения, информация передается по рации инспектору, который стоит в ближайший наряд ДПС. Товарищ водитель пешеходов, то почему не пропускаете? Через 200 метров ниже по сигналу инспектора, который зафиксировал нарушение, его коллега принимается за работу, проверяет документы у водителей и начинает составлять протокол. За то, что не пропустил пешехода, автолюбителю теперь придется заплатить приличный штраф. Нарушение пункта 14.1 статьи 12.18, штраф предусмотрен в размере 1500 рублей, оплачивается в течение 60 дней с момента вынесения данного постановления. С начала этого года за подобное нарушение в Кирове было привлечено к административной ответственности 1500 водителей. Каждому пришлось раскошелиться на 1500 рублей. Тем временем сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, особенно в темное время суток. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.